Уважаемые телезрители, добро пожаловать в белорусский телевизионный клуб «Что? Где? Когда?». 6 недель подряд на телеканале ОНТ летние игры «Что? Где? Когда?». Летом 4 команды знатоков боролись за право выйти в финал. Команда Сергея Буяна, команда Федора Шведова и команда Андрея Супрановича свои игры проиграли. А вот команда Алены Повышевой выиграла. Ей и играть в сегодняшнем финале. Сегодня пятница, 19 июня, и мы начинаем трансляцию финальной игры. Против телезрителей сегодня играют преподаватель Валерий Семенов-Могилев, обладатель малой хрустальной совы, контакт-менеджер Елена Шибут-Минск, инженер-программист Сергей Башлыкевич Ашмяны. Ресурсный менеджер Денис Сулавка, Брест. Геодезист Владимир Михалченко, Витебск. Капитан команды. Обладатель малой хрустальной совы Алена Повышева. Сегодня против команды Алены Повышевой сыграют следующие телезрители. Нина Матафонова, Минск. Валентин Бойко, Мозырь. Игорь и Валентина Гунько, Днепр. Сектор Амика, Сервис. Сергей Синицкий, Сморгонь. Татьяна Шепетуха, Брест. Евгений Дмитриев, Иваново. Сектор Блиц. Наталья Григорьева, Марьялева. Полина Игнатьева, Круг, Витебск. Максим Корнеевец, Жодина. Елена Колышко, Гродно, 13-й сектор. Летние игры «Что, где, когда?». Телезрители против знатоков. Играем до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, госпожа Повышева. Добрый вечер, господин Ильич. Алена, год назад ваша команда в блестящем стиле выиграла свою отборочную игру, но в финале победить не смогла. Чего не хватило тогда? Возможно, отборочная игра была слишком блестящей. Посмотрим, как мы можем играть в финал после менее блестящей отборочной игры. Но мне показалось, что вы были хороши 2 недели назад в своей отборочной игре. Мы были неплохи. И ваша команда тоже, госпожа Повышева, не только вы лично. Спасибо. Я им передам. Передайте, да, пожалуйста. Вдруг меня не все слышат. Амика Сервис или Сморгонь? Все-таки Сморгонь. Против вас играет обладатель малой хрустальной совы, сотрудник спортивной школы Сергей Синицкий из Сморгони. В начале 19 века обер-камергер Александр Нарышкин путешествовал по Германии. Однажды ему предложили взойти на высокую гору. Чиновник отказался от изнурительного восхождения, остроумно заметив своему проводнику, что гора для него – словно женщина. Внимание, вопрос. А как Нарышкин пояснил свой отказ? Не сможет. Сама идет к нему. Интереснее не покорено. Ее покорили. Покорять эти деревни. Да, интересно до тех пор, пока не покорена. Да, хорошо. Хорошо. Покорив, не сможет спуститься. Да, смотри, зачем на эту гору? Просто чтобы покорить? Ну, посмотреть на виды, наверное. То есть, типа... Нравится смотреть, ну, просто... снизу. А, снизу, на женщину смотреть снизу вверх нужно. О, да, нормально. Или нравится смотреть со стороны. Не на одном уровне, а нужно немножко снизу вверх на нее смотреть. Ну, это... А, ну вообще, на женщину нужно... нельзя смотреть сверху. Типа. Нет. Вот... Это или... та же версия или другая? Ну, это тоже. А почему? Нет, ну подожди, на горе он будет, ну, на одном уровне с ней. Как я смотрю на нее, ну, нет, непонятно. Нет, на женщину, нет, я не пойду на гору, гражданин, как женщина, да? Интересно, пока не покорена. Мне кажется, или, что это лучше. Или интересно смотреть на нее снизу. Снизу вверх. Ну, это в 19 веке, мне кажется, так никто, ну, мне кажется, это тоже странно. Не думал. Да, наверное, там женщина. Лучше, да. Давайте еще что-нибудь быстренько подумаем. Есть, как есть. Еще гора с женщиной могут? Ну, он спуститься оттуда не сможет. Может, что-нибудь с этим. Что ему даже подниматься интересно, а спускаться неинтересно. Вот интересно несколько версий. Что вы выберете, госпожа Повышева? А пускай свою версию ответит господин Семенов. Господин Семенов, прошу вас. Возможно, Нарышкин остроумно ответил таким образом, что гора для него как женщина интересна, пока она не покорена.
Внимание, правильный ответ. Александр Нарышкин ответил проводнику, предлагавшему взойти на высокую гору, что та для него словно женщина, и он предпочитает наблюдать ее красоту, находясь у ее ног. 1-0 в пользу телезрителей. А я поздравляю телезрителей с первой победой в игре. В этом сезоне, напомню, каждый телезритель, чей вопрос выиграет у знатоков, получит приз от 100 до 600 рублей. И вот обладатель «Малой хрустальной совы», сотрудник спортивной школы Сергей Синицкий из Маргони, зарабатывает за первый выигранный вопрос 100 рублей. А в сезоне 2020 года, напоминаю, интересы телезрителей защищает страховая компания «Кентавр». И сегодня в студии у нас финал, все-таки генеральный директор компании «Кентавр» Сергей Прохорчик. Добрый вечер, господин Прохорчик. Добрый вечер, господин ведущий. Сегодня все телезрители, чьи вопросы лежали на столе, но не сыграли, по традиции получат выплату по страховке 100 рублей. Ведь «Кентавр» — это классические традиции страхования. Уважаемые телезрители, с гордостью я хочу вам представить также генерального партнера сезона 2020 года — Белорусский народный банк. Да-да, тот самый банк, который создает благополучное и успешное будущее. Интересы знатоков защищает заместитель генерального директора Белорусского народного банка Лаша Акубардия. Здравствуйте, господин Акубардия. Добрый вечер, господин ведущий. Наконец-то мы со знатоками дошли до финала летней серии. Желаем команде Алены Поушевой удачи сегодня. Будем ее поддерживать я и моя коллега Олеся Фролова. Поддерживайте. Судя по первому вопросу, им это пригодится. Продолжаем игру. Второй раунд. В отборочной игре лучшим знатоком был признан Валерий Семенов, я хочу напомнить. Здравствуйте, господин Семенов, еще раз. Добрый вечер, господин Семенович. Господин Семенов, вот вы самый неопытный игрок команды по количеству проведенных игр за этим столом, но, на мой взгляд, самый явный прецедент на «Хрустальную сову». Но это вам для этого надо всей команде победить. Вот именно, всей команде надо победить, и в предыдущей игре победила вся команда, а не какой-то один. Господин Семенов, ну вот видите, капитан уже начала на вас играть. Господин Башлыкевич буквально до буквенно разложил правильную версию, а вот выбрали вашу. Иваново. Против вас играет дизайнер Евгений Дмитриев, город Иваново, Российская Федерация. Британская актриса Клео Рокос делится своим опытом. Чтобы остаться на вечеринке в своем мире, наедине лишь с коктейлями и своими мыслями, нужно использовать такой же предмет, как тот, что находится сейчас у нас за кулисами. Внимание, вопрос. Что там? Зеркало. Зеркало. Наушники? Это нормально, да. Ну, где просто никто не подходит. Ну, это странно. Телефон мобильный. Ну, нормально. Я тут нет, может, большой. Наедине с коктейлями и своим миром. Книга. Подушка. Телефон. Сидеть. Подушка. Наедине коктейль. С коктейлями зеркало, своим может быть. Миром. Да, то есть она где-то сидит. Нет, просто чтобы с ней никто не разговаривал. Сигарета. Вуаль. Вставали журналисты. Косметика какая-нибудь. То есть как-то закрыться нужно. Кто-нибудь ее знает? Нет, нельзя. Британская актриса. Зонтик какой-нибудь там. Веер, понимаете? Ты отгородился от всего веером и все. Слушайте, если коктейли и женщины, значит, это какое-то современное реальное. Если к ней побояться подходить. Просто женщина с веером и с коктейлем. А, может быть, телефон. Типа смотришь, что с тобой разговариваешь. Ты разговариваешь? Нет, это же не современное. Может, что-то большое. За своим миром. Это же не так скоро сказано. Гитара какая-нибудь, что-нибудь. С инструментом каким-то. То есть она... Но... Наушники или гитара? Мне показалось, гитара что странно. Я понимаю, книга, что мне нравится тебе. Ну, научили книга. Да хотя к ней, наоборот, не прошу, госпожа Полышева, кто будет отвечать? Я буду отвечать. Ну, что-то, судя по вашему лицу, вам ничего не нравится, что это правда. Ну, представьте себе, Алена, вот британская актриса делится опытом. Как можно актрисе остаться на вечеринке в неком таком, знаете, своем мире, наедине лишь с коктейлями и своими мыслями? Какой предмет для этого можно использовать, он сейчас у нас за кулисами. Представить себе надо эту ситуацию. Ну вот я представляю актрису, которая пришла на вечеринку, но ей при этом хочется уединения. Не очень понятно, зачем она тогда туда пришла, конечно. Ну, но... это обязательная программа у актрисы, вы же понимаете, селебрити. Фотографии сделали, а потом какое-то время надо там побыть. Нам кажется, что это мобильный телефон. Мобильный телефон. Внимание, правильный ответ. Актриса Клео Рокос советует. Ну, конечно, это для простого человека вряд ли такая экстравагантность подойдет, но актриса есть актриса.
Так вот, она советует, что если на вечеринке вы хотите остаться наедине лишь с коктейлями и своими мыслями, наденьте, давайте посмотрим, вот такую шляпу с очень широкими полями. Видите, дистанция получается такая. Она поможет, во-первых, содержать дистанцию, а также поможет закончить любой разговор наклоном подбородка вперед, закрыв свой взгляд от навязчивого собеседника. Шаповышева, не представили, 2-0 в пользу телезрителей. Пока мне не близко. Дизайнер вопрос задавал. Госпожа Повышева, вы же тоже дизайнер. Я поздравляю Евгения Дмитриева из города Иваново, Российской Федерации. По-моему, очень хороший образный вопрос. 200 рублей вы зарабатываете своим собственным умом. Уже 10-й год в нашем клубе мы продолжаем практику юридического советника игры совместно с юридической компанией «Олейников и партнеры». В спорных ситуациях принимать верные и справедливые решения мне помогает адвокат Денис Олейников. Здравствуйте, господин Олейников. Здравствуйте, господин ведущий. Господин Олейников, сегодня финал. Прошу вас быть максимально внимательным. Уважаемые телезрители, также хочу рассказать, что в этом сезоне наш интерактивный партнер «Видеосервис ВОКа» учредил специальный приз для команды телезрителей. По окончании игры будет определен лучший вопрос из числа не выигравших знатоков, и автор этого вопроса получит вот такой сертификат на годовой доступ в библиотеке из более чем 20 тысяч фильмов в видеосервисе ВОКа. Подключаем все эмоции вместе с ВОКа. Сегодня у нас в гостях руководитель видеосервиса ВОКа Маргарита Захаревич. Добрый вечер, госпожа Захаревич. Добрый вечер, господин ведущий. Реклама на ОНТ. На телеканале ОНТ летние игры «Что, где, когда». Финальная, напоминаю, игра у нас. Счет 2-0 в пользу команды телезрителей. Продолжаем игру. Третий раунд. По окончании игры страховая компания «Кентавр» определит лучший вопрос сегодняшней игры. Автор этого вопроса, как уже принято в этом сезоне, дополнительно получит цену вопроса финала. Это очень важно. Господин Прохорчик, здравствуйте еще раз. Здравствуйте еще раз, господин ведущий. Я вот вижу, что сегодня с вами находится заместитель министра финансов, господин Белковец. Добрый вечер, господин Белковец. Добрый вечер, господин ведущий. Хорошая традиция, когда вы к нам приходите на финал, игры получаются очень яркими. Но пока, я так понимаю, все-таки телезрители перевешивают. Блиц. Напоминаю, что блиц, 3 вопроса по 20 секунд обсуждения на каждый. Госпожа Поша, вам надо отвечать на 3 вопроса подряд. Верно, для того, чтобы заработать очко в этом раунде. Помните правила? Верно, помню. Внимание, вопрос первый. Писатель Джордж Оруэлл так прокомментировал выбор темы одного из своих многочисленных эссе. Это весьма любопытно. И не только потому, что это одна из опор британской цивилизации, но и потому, что лучший способ является предметом ожесточенных споров и до сих пор. Кассир Юлия Горшкова из Бобруйска просит вас ответить. Как вы думаете, а что это за такие 11 способов описал Оруэлл в своем эссе? Заваривай чай. Не может быть, это смертная казнь. Почему чай? Лучший способ, но это лучше странно. Если статистическое устройство и... Да, какой-то британский футбол. Если бы Черчилль не набивает, сначала Стоунхендж, конечно, был. Сначала шахматной партии, может быть. Один способ в чего? Да, то есть завязывать шнурки, вот такие вещи должны быть, которые ты можешь... Галстук завязывать. Или чай. Лучше галстук. Не знаю. 11 способов. Тишина, господин Башлыкевич. Прошу. Я отвечу. Нам кажется, что речь идет об 11 способах заваривания чая. Это правильный ответ, госпожа Повышева. Госпожа Повышева, а вы выбирали между какими версиями? Чай и... И завязыванием галстука. Но все-таки галстуки — это же не только Англия. Столица моды — это, в принципе, Франция, так можно сказать, Париж. Правильно сделали, что вы хорошую версию выбрали. Продолжаем блиц. Вопрос второй. Журналист Елена Мастерова из Логойска просит вас ответить, а о чем французский писатель 19 века Виктор Гюго сказал так. Это тьма, из которой у меня выходит свет. Кофе, он все время кофе пил по ночам. Он кофеман был жуткий. Да, хорошо. Хорошо. Чай, кофе. Чернильница. Чернильница хорошо, если бы не Гюго. Пусть отчаяние, в котором... Буквы, никотин. Вообще, книга. Никотин не темный. Никотин в библиотеке.
ночь вообще, может быть, ночью писал что-то такое? Может быть, кофе лучше. О, госпожа Повышева, ну смотрите, кто отвечает? Ответит господин Семенов. Господин Семенов, прошу. Мы знаем, что... Итак, это тьма, из которой выходит свет, сказал нам писатель Виктор Гюго. Это кофе. Внимание, правильный ответ. Под светом Гюго понимал написанное слово. А тьма, без которой сложно было что-то сделать в 19 веке, написать, это чернила. А вот в этот раз промахнулась капитан. 0-3. Ну, хорошо было бы, я думаю. Я поздравляю журналиста из Логойска Елену Мастеру. Вы зарабатываете 300 рублей благодаря вопросу о Викторе Гюго. Я хочу напомнить, генеральный партнер игр «Что, где, когда» в Беларуси – Белорусский народный банк. Господин Акубардия, вот мы и добрались с вами до финала летних игр. Что пожелаете знатокам и телезрителям перед отпускной порой? Завершить накопившиеся дела в первую очередь и со спокойной душой отправляться в отпуск. А чтобы решить на отдыхе любой финансовый вопрос, иметь с собой приложение iBanking Buy от Белорусского народного банка. По крайней мере, я всегда так поступаю. Это правильный ответ, господин Акубардия. Почему бы и нет? Хоть один правильный ответ уже сегодня прозвучал. Продолжаем игру. Четвертый раунд. Я хотел сказать, что в студии присутствует капитан команды победителей весенних игр, господин Борода. Здравствуйте, господин Борода. Здравствуйте, господин ведущий. Сегодня на финальной игре попрошу именно вас помочь господину Акубарде в определении лучшего знатока именно сегодняшней финальной игры. Не возражаете? С удовольствием, господин ведущий. Господин Борода, я вот вашего графика весны не помню финальной игры, но помню, что она вам давалась намного более тяжело, чем отборочная игра. Это так? Да, насколько я помню, было очень-очень непросто. 13-й сектор, я так понимаю, Волчок решил проверить на прочность команду Алены Повышевой. Госпожа Повышева, у вас остался какие варианты на сегодняшний момент времени? По-моему, один играть одному знатоку. Я правильно помню? Да, все правильно. Я напоминаю, что по нашим правилам 13 сектора прозвучит обычный вопрос от обычного телезрителя, но по необычным правилам. Госпожа Повышева сейчас определит того знатока, который останется играть, потому что команда уже вшестером играла, втроем играла. Но если этот знаток отвечает верно, госпожа Повышева, он вам приносит дополнительную минуту на обсуждение. Кто это будет? Ну, проверим, насколько хорошо я сегодня выбираю не только версии. Давайте господин Сулавко попробует. Господин Сулавко. Хорошо. Итак, я попрошу установить полную тишину у нас в студии. Господин Сулавко, против вас играет инженер Николай Земницкий из Минска. Власти швейцарской коммуны Бергюн запретили туристам фотографировать местные красоты. Как ни странно, причиной этого была забота о людях. Внимание, вопрос. А как аргументировали свое решение местные власти? Итак, господин Сулавко, ну это в наши дни происходит. Да, я понимаю. Да, в наши дни власти коммуны запретили туристам фотографировать местные красоты. И, как ни странно, причина этого была забота о других людях. Как аргументировали свое решение местные власти, вам надо было придумать
за минуту. Ну, вот такая у меня версия родилась. Возможно, люди не только фотографируют красоты этой местности, но и выкладывают их в социальные сети. Так. Соответственно, подписчики тех людей, которые выкладывают эти посты, могут любоваться посредством социальных сетей этими красотами. И у них не будет такого жесткого желания приехать в эту местность и увидеть все воочию. Ну и от этого какое-то, что, разочарование, да, возникает? А поэтому, когда не фотографируешь, то и разочарования нет. Я правильно понимаю смысл вашего ответа? Ну, то есть, приедь, посмотрите. Светлана, ваш ответ понятен. Внимание, правильный ответ. Ну, вы знаете, мне казалось, что... Вот, господин Семенов, а вы что там головой киваете? Мне вас показывают. А вы что придумали, Валерий? Я придумал другую версию. Ну, какую? Это какая разница? А, ну, если... ну, интересно же. Возможно, люди, когда фотографируют, не так внимательно относятся как к окружающей действительности. Швейцария страна горная. Можно куда-нибудь упасть. Скажите, господин Семенов, а у вас вообще социальная направленность модная штука в команде или не очень? Ну, значит, не очень, если задумали, что это. А вот господин Сулавка проник в суть вопроса. Это правильный ответ, господин Сулавка. Мне казалось, что ответить на этот вопрос практически невозможно, уважаемые телезрители. Запрет на фотографирование местных видов власти коммуны Бергюн объяснили так. Научно доказано, что красивые фото из отпуска, размещенные в соцсетях, делают тех, кто их просматривает, несчастными, так как эти люди сами не находятся в том месте и вряд ли туда попадут. Абсолютно верно, господин Сулавка. Размочили счет 1-3. И одна сэкономленная минута у команды Алены Повышевой. Совместно с Белорусским народным банком мы продолжаем поощрять интеллект лучших умов в Беларуси. Специальный приз от Белорусского народного банка. Лучшему знатоку сегодняшней игры вот такая карта самого высокого уровня Visa Infinite с технологией бесконтактных платежей и неким денежным бонусом. Свинокубардия, каков он? Раскройте тайну на финале. Господин Лучик, как всегда, зависит от результата игры. Пока оставим это в секрете. Пока вы там в уме подсчитываете что-то, да? Да. Хорошо, подсчитывайте, мы пока играть продолжим. Пятый раунд. Я хочу напомнить состав команды. Сегодня за столом играют Сергей Башлыкевич, Елена Шибут, Валерий Семенов, Денис Сулавка, Владимир Михалченко и капитан команды Алена Повышева. Про Повышева, ну вот мы и проверили вашу интуицию по знатокам. Видите, по-моему, все хорошо. Верно. Вы успели, я слышал, обменяться мнениями. Мне кажется, что в такую версию, как господин Сулавка, никто больше, да, из команды не принимал? Нет. Вы были... более того, не до конца поняла, что отвечал господин Сулавка, пока он это делал. Значит, все хорошо. Ну, я поэтому и уточнял. Жодина будет играть. Алена, я поэтому и уточнял, потому что господин Сулавка в итоге, ну, вывернул на правильный ответ, что действительно речь шла про заботу про тех, кто просматривает эти соцсети. Это и была в этом логика. А против вас играет специалист по электротехнике Максим Корнеевец из Жодина. Не расслабляемся. Слоган одного заведения, расположенного в Праге, гласит: «У нас забор соседей объединяет». Внимание, вопрос. Как вы думаете, а что чехи образно называют словом «забор»? Не физический забор. Стол какой-то. Нет, это не забор. Поляна какая-то между домами. А, стол. То, что они делят, то есть у них смежное что-то. Если мост, например, через реку и... Заведение. У нас забор соседи объединяет. Если это забор бутылок, например. Едальник, кафе, музей какой-нибудь. Если это просто забор, положен горизонтально, как стол. На мосте где-то находится действительно мост. Типа. Заведение какое-то. Бар, ресторан. Это да, если это барная стойка, она вот как забор похожа на... Вот мне похоже на забор. Слушайте, а знаете там, где паровозик ездит, вот эти бары? Может, вот это похоже на забор, нет? Может быть, это железная дорога, это вокзал. Типа вот вокзал плохое заведение. Это не заведение. Слоганы не должны привлекать кого-то. То есть надо что-то... Витрина — это забор, да? Стенки сидят. Не знаю, не надо, наверное. Давайте надо отвечать, наверное, хорошо, на барную стойку. Бар, стойка, да, нормально. Госпожа Повышева, ну и что вы сейчас будете делать? Мы попробуем, господин ведущий, ответить сами. Это ваше право. Ответит... Да, вы говорите, кто будет отвечать. Пожа Шибут.
Госпожа Шибут. Ну, я просто хотел, я уже думал, вы там сами отвечаете. Госпожа Шибут, вы понимаете, тут два вопроса в одном. Во-первых, что за заведение? Ну и в чем смысл вот этого аллегорического слова «забор»? Ну, мы попытались представить, как должен выглядеть забор, понимая, что это не забор в этой ситуации. Возможно, это какая-то вертикальная стена. На вертикальную стену, например, похожа барная стойка. В питейном заведении Чехия, например, славится пивом и другими напитками. А за барную стойку чаще всего, то есть не за стол, а именно за барную стойку, приходят люди, которые пришли в одиночестве. И они садятся не за большой стол, а в одиночестве поговорить. Поэтому люди, которые сели рядышком друг с другом на барной стойке, могут познакомиться и вот обзавестись новым знакомством. Вот так соседи и объединились. Так, то есть еще раз, заведение — это пивбар, это вы мне уже только что сообщили. Например, а забор — это что? Вопрос-то был... Вам надо было назвать, что чехи образно называют словом «забор». Что это? Ну, вы же ответ-то дайте на вопрос. Забор — это вот эти барные стулья, которые стоят. Понятно. Внимание, правильный ответ. Нам показывали сейчас господин Сулавка в блокнотике. Там что-то... А что вы там рисовали? Ой, ну это такая версия странная. Может, вот я представил, что на забор может быть похожа книжная полка? Книжная полка. Ну вот вы там прям так хорошо черточки рисовали. Забором чехи называют... Алена, посмотрите, вам сейчас распорядитель продемонстрирует. Вот такие черточки, которые официанты проставляют на листке бумаги, тем самым обозначая количество кружек пива, выпитых посетителями. Вы никогда с этим не сталкивались, госпожа Полышева? Ну, конкретно с такими черточками нет. И чем больше за столиком соседей, тем длиннее этот забор. И этот такой забор чехов и объединяет. Господин Прохорчик, мне кажется, что заведение, конечно, команда отгадала, но забор это, конечно же, не барная история. Согласны? Конечно, не команда в суть вопроса. Команда не ответила на вопрос. 4-1 в пользу телезрителей. Я поздравляю специалиста по электротехнике Максима Корнеевца из Жодина. Вы зарабатываете 400 рублей своим собственным умом, господин Корнеевец. Госпожа Полышева, возможно, вы знаете все-таки Прага, забор, такое предметное знание. Можно было и клуб, может быть, спросить. Мало ли кто-то в Чехии был, возможно, видел такое. Ну, конечно, такой-то был. Пейте чай, госпожа Полышева. Отдыхайте, наслаждайтесь музыкой. Я беру музыкальную паузу. Ba 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 ring di di ring di di ring di di hee.
Mama look you boo boo day, should I be my thing go away? Mama look you boo boo da, should my thing go away? When the moon hits your eyes like a big pizza pirate sumare. Hi, ahi, ahi, abri you be dahi, yahi, ahi, abri you be dahi. У нас в гостях победитель 4-го сезона республиканского конкурса «Талент Краины» Анастасия Жабко. А на подпевка, как мы видели, был Андрей Супранович. Рекламного НТ. На телеканале ОНТ летние игры «Что, где, когда» финальная игра. Счет 1-4. Команда Алены Повышевой проигрывает команде телезрителей. Продолжаем игру. 6-й раунд. Госпожа Повышева, ну вот чайком вас попоили. Прекрасная госпожа Жабко спела вам такую очень задорную, я бы сказал, композицию. Ну и еще у меня есть один способ вас подбодрить. Я представляю поистине королевский подарок от королевского чая «Ричард». Лучший знаток сегодняшней игры, вне зависимости от результата, получит по окончании финальной игры вот такой годовой набор чая «Ричард». Показывают мне при этом господина Сулавка. Но еще не вечер, я думаю, Мозырь. Против вас играет редактор Валентин Бойко из Мозыря. Это 20-й вопрос господина Бойко в нашем клубе, и вот до этого было 10 побед. Хорошо. В финалах счет у господина Бойко 2-2 со знатоками. Госпожа Повышева, сейчас все в ту или иную сторону поменяется. Факт. Внимание, необычное приспособление. Алена, вот такое необычное приспособление можно увидеть около касс небольших нью-йоркских, например, магазинов. Внимание, вопрос. Как вы думаете, а что приобретают покупатели, которым оно может пригодиться? Жетончик, как будто за ниточку вытянуть его обратно. В таксофон, в тележку засунуть вот эту вот китайскую. Лотерейные билеты, стереть монетки. Да-да-да, да-да-да. Моментальная лотерея. Да, очень хорошо. Еще что? Если вы платили, еще что? Нет, но это висит. Зачем? Оно как бы. Да, они что-то уже засовывают для тележки супермаркета. Чтобы маленький в магазине. Непонятно, оно висит, вот оно висит. Тележка не уедет никуда. Нет, так ты засунешь, просто она разблокируется, и ты поедешь. Я не приобретаю. Слушай, где еще монетка может нужна быть? Ты что приобретаешь? Много товаров. Если на бумажке какой-то. Ай, ну маленький магазинчик. Да, нет. Разменное что-нибудь. Еще что-то. Талончик. Что-то дрянь поймать. Может, это разные что-то. Если какой-то автомат бросить и достать обратно. Карта экспресс-оплаты. Карта экспресс-оплаты может быть, нет? Да. Это такая... Ну, за это надо либо держать, либо держать. Да, логика такая же, но лотерея веселее. Лотерея прям мне нравится. С тележками ничего. Помощь брать, я думаю, что мы не хотим. Прошу. Ответит госпожа Шибут. Прошу, госпожа Шибут. Ну, в наших магазинах, больших и небольших, такой товар тоже есть. Мы надеемся, если это правильный ответ. Это билеты мгновенной лотереи, в которых нужно стереть защитный штрих-код. Примерно вот так вот. И узнать, выиграли вы или нет. Для того, чтобы стереть, нужно что-то твердое, и монетка для этого просто отлично подходит. А вы сами так делали, госпожа Шибут? Случалось. Не выигрывала.
Но сейчас-то вы выиграли. 2-4. Правая — это была именно версия госпожи Шибут, и это правильный ответ. У нас госпожа Шибут — это хорошая заявка сегодня стать лучшим знатоком сегодняшней игры. Это была хорошая догадка. А сейчас, внимание! Судьба главного приза летних игр 2020 года определяется именно сегодня в финальной игре. Если сегодня побеждают знатоки, то лучший игрок этой команды, команды Алены Полышевой, мы видим ее на верхней строчке рейтинга, получает малую хрустальную сову и денежный приз – 2000 рублей. А вот если сегодня победят телезрители, то малую хрустальную сову и 2000 рублей получит лучший игрок команды телезрителей. Автор лучшего сегодняшнего вопроса финала. 7-й раунд. Уважаемые телезрители, чтобы прислать вопросы знатокам, вы можете воспользоваться нашими сайтами. Посмотрите на экраны ОНТ by сайт телеканала ОНТ и ТВ Игра by сайт нашего клуба. Также ваши вопросы к нам можно прислать по почте. 220050, город Минск, абонентский ящик «Что, где, когда». Госпожа Повышева нам неоднократно отмечала, как ей нравятся вопросы от наших телезрителей. Надеюсь, что и к осенне-зимним играм, госпожа Повышева, мы вам и вашим коллегам по клубу подготовим массу таких же приятных вопросов и сюрпризов. Я, господин ведущий, в вас даже не сомневаюсь. Да, давайте посмотрим. Очень интересно волчок стал. Вот видите, два раза этот вопрос не играл, судя по штампам страховой компании «Кентавр», но сейчас волчок все-таки выбрал его. И против вас играет Полина Игнатьева Круг. Ремесленник из Витебска. 15 игр у госпожи Игнатьевой Круг в клубе. Вы знаете, госпожа Повышева, что Полина у нас рекордсмен команды телезрителей по количеству финалов года, где она принимала участие 3 года подряд, с 16 по 18 год. Я имела счастье познакомиться с госпожой Игнатьевой Круг не так давно. И как? Осталась очень довольна. Скажите, а когда вот вы знакомились, вы спрашивали какие-нибудь ответы на те вопросы, которые она к нам прислала, они еще не выпали, интересно нам с телезрителями? Я, господин ведущий, со своей памятью, даже если бы спросила, и даже если бы она мне что-нибудь рассказала, я бы уже успела забыть к нашей летней серии. Да, я напоминаю, что у нас Алена Повышева молодая мама, конечно, да, в первую очередь мысли про маленькую Юну, а не про вопросы. Но, тем не менее, сейчас надо сосредоточиться. В одной из своих книг писательница Гузель Яхина описывает школьный класс в глухой поволжской деревне. Представили? Помимо разнообразных школьных принадлежностей, на стене класса размещался портрет императора, потому что так велела учебная инспекция. Внимание, вопрос. Как вы думаете, а какие дополнительные траты регулярно приходилось нести годами из-за этого портрета сельскому старости? Менять хорошо. Портрет, либо менялись императоры, либо керосин, либо свечи, чтобы не закапчивался, нет? Выцветал, например. То есть реставрировать его надо было? Ну, либо реставрировать, либо что-то, чтобы не коптило, да. Нет, постоянные траты. Там явно печное отопление. От печки, надо было реставрировать. Хорошо, а... Слушай, может... Наоборот, что-то использовать, чтобы не коптило освещение. Рамку ел коронер. Нет, важно, из-за чего траты. Подождите, давайте представим, сельская школа, реально. То есть надо какая-то реальная деревня. Откуда у них вообще императорский портрет? Всем посылали. Может, не лучшими освещали, а каким-то более дорогим освещением. Что на него коптил, это хорошо. Что еще? Капал воск, например. Да, свечи какие-то. Может, он висел в темном углу. Так какие траты еще? Давайте определимся просто. Нет, ну а что? Так он сам мог его отреставрировать, может быть. То есть нужно было... Так, реставрация или помощь? Ну, не знаю, что же. Наша версия про чистку. Итак, госпожа Повышева, у вас сейчас тройной выбор. У вас есть одна или две версии за столом, у вас есть, вы проигрываете в счете помощь клуба, и напоминаю, что у вас есть дополнительные минуты на обсуждение. Мне кажется, что сейчас определенный переломный момент в игре. 2-4, сейчас неверный ответ, это 2-5. И это уже... Верно, это 3-4. А верно, это 3-4, да, совершенно верно. Я думаю, что нам стоит сейчас ответить на этот вопрос, и это попробует сделать господин Сулавко. Прошу. Я считаю, что поскольку портрет для этой школы глухой был выделен только один, в глухой школе наверняка было какое-то внутреннее отопление, типа печки,
и этот портрет регулярно закапчивался. И мне кажется, что вряд ли, я допускаю такую возможность, но вряд ли они каждый раз покупали новый портрет. Скорее всего, они с определенной долей регулярности реставрировали, очищали от копоти старый. Это затраты на реставрацию этого портрета. Внимание, правильный ответ. Давайте не будем ничего изобретать, послушаем, как об этом пишет сама Гузель Яхина. Надо сказать, портрет этот доставлял только лишние хлопоты. Сельскому старости Петру Дитриху приходилось постоянно выписывать газету, чтобы не пропустить известие о смене императора в далеком Петербурге и не конфузиться перед очередной комиссией. Новости доходили в колонию с таким запозданием, словно находилась она не в сердце Поволжья, а на самых задворках империи. Так что конфузия вполне могла случиться. Это очень красивый вопрос, и я думаю, что вторая минута вам бы как раз вот на нем и не помешала, господин Сулавка, госпожа Повышева. 2-5. Боюсь, что нет. Я поздравляю ремесленника Полину Игнатьеву Круг из Витебска. Вы зарабатываете 500 рублей благодаря вопросу о картине императора. Господин Прохорчик, вот вы киваете головой. Я понимаю, вам понравился с господином Белковцом этот вопрос, да? Да, господин Прохорчик. Очень хороший вопрос. Достойный финала года, я бы сказал. Не только финала серии игр, но и прозвучал он сейчас. Передохните немного. Реклама на ОНТ. 8-й раунд. Господин Борода, с высоты финалиста, выигравшего свой финал, наверное, самое время вам дать слово, пару слов сказать Алене, может быть, команде. Нет, я не думаю, что мне нужно что-то говорить Алене Повышевой, господин ведущий. Вы с ней не разговариваете? Нет, просто я думаю, что она знает больше меня о подобных ситуациях. Илья, что бы вы сейчас сделали? Вы бы брали бы вторую минуту? Мне просто интересно, давайте без политеса. Я бы сделал все возможное, чтобы брать вопросы, господин ведущий. Это понятно, но вот на предыдущем вопросе вы бы брали бы вторую минуту? Понятия не имею, господин ведущий, честно, не знаю. Понятно, остановился волчок, давайте посмотрим, переживает господин Борода за госпожу Повышеву. Мария Алиева будет играть. Против вас играет преподаватель Наталья Григорьева, деревня Марьялево, Минская область. Госпожа Повышева, этот вопрос снят самой телезрительницей. Будьте внимательны. Внимание, тишина в студии, пожалуйста. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки. Мы находимся на северном побережье Норвегии, где повсеместно по всему берегу возводятся такие конструкции. Внимание, вопрос. Для чего такие конструкции зимой укрывают сетками? А, зимой накрывают сеткой. Нет, на них лодки удобно зимой сушить, конструкции накрывают сеткой. Зачем? Да. А это там сушат рыбу. Может быть, чтобы медведи какие-нибудь не лазили на них. Чтобы птицы туда не попадали. Сушат рыбу везде всегда. Чтобы медведи не пришли. Подождите, а в этом сушат рыбу? Могут, там постоянно. Нет, ну как, нет, так на ней еще удобно тратить, чтобы на пальце лодки, в принципе, да. Зимой, чтобы не задувало снегом либо озеро, либо с озера, наоборот, не подходило. Дорогу, чтобы не задувало. Нет, должна быть. Да это кусок, просто кусок небольшой. Идеальная вот тоже тогда подходит. А что там? Сетка от снега не защитит тебя. Не защитит. Это что? От медведя тоже не защитит. Птицы, животные. От листьев защитит. Какие листья зимой? Ну вы чего? Защитит от птиц. Что там внутри? Условно ответ. Чтобы там птицы не вели гнезда, может быть, внутри что-то. Северное побережье. Там что-то хранится. А там тюлени какие-нибудь. Просто чтобы не забирались туда какие-то даже животные птицы. Всему северному побережью. Северное побережье там. Ну там это озеро или море что-то. Там полно сейчас. Да? Там темно и холодно. Ну блин. Северные берега. Постоянно. Да. Кто отвечает? Все есть на столе, сформулируйте и говорите. Давайте господин ведущий ответит Денис Сулавка. Господин Сулавка, ну понятно, что для того, чтобы мы поняли, что вы поняли суть вопроса, вам надо объяснить, для чего такие конструкции используют в принципе и почему их зимой укрывают сеткой. Зимой эти конструкции укрывают сеткой. Для... Подождите, для чего они нужны? Давайте так, пункт первый. Ну,
команды же есть версия, вы ее называете, и все. Хорошо, они нужны для того, чтобы сушить рыбу. Так, а зимой их сеткой для чего накрывают? Для того, чтобы туда не залетели птицы. И, соответственно, что, и не поели рыбу? Да. Господин Сулавка, а что тут столько думать? Это же очень очевидный и простой факт. Конечно, конечно, 3-5. Давайте я вам видеоответ покажу, господин Сулавка. Госпожа Полышева, что-то вы занервничали. Посмотрите видеоответ от нашей телезрительницы. Вот как это выглядит. Дело в том, что на зиму здесь оставляют сушиться рыбу и укрывают сеткой, чтобы чайки не растащили добычу. Нормально. Господин Прохорчик, но я уже слова «чайки» не добивался от господина Сулавка. Я думаю, что в данном случае это не важно. Птицы и есть птицы. Согласен, согласен, господин Ведущий. Да. 3-5. Продолжаем игру. 9-й раунд. Господин Повышева, расскажите нам с телезрителями, что сейчас было. Вот вы даете ответ господину Сулавка, он почему-то, так сказать, зависает секунд на 15. Ну, господину Сулавка нужно было какое-то время, чтобы принять свою версию в себя обратно. Такое бывает с людьми. Это, справедливости ради, это была версия Валерия Семенова, которую придержал господин Сулавка. Ну, значит, ему нужно было какое-то время, чтобы ее впитать до конца. Все нормально, это игровой момент. Ну, я думаю, нервничать не надо. У вас действительно есть еще и помощь клуба, и дополнительная минута. В общем-то, все козыри в рукавах вашего красивого платья. Немножко сложно, знаете, не нервничать при счете 2-5. Уже 3-5. Чуть-чуть. Спешу вас обрадовать, играть будет Гродно. Все, не расслабляйтесь. Против вас играет специалист по внешнеэкономической деятельности Елена Колышко из Гродно. После смерти художника-экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона было принято решение перенести его студию из Лондона в Дублин, где он родился, и превратить ее в музей. Чтобы воссоздать обстановку с высочайшей точностью, специалисты создали детальные чертежи небольшой студии, а каждый из 7000 предметов, находившихся там, был отмечен и бережно упакован. Это было нелегко сделать, так как Бэкон был не очень аккуратен. Внимание, вопрос. Как вы думаете, а что потребовало особой тщательности при переносе студии, так как тоже представляло собой определенную художественную ценность? Пыль, тени. Нет, вот этот беспорядок. Вот может реально окурки упакованы. Я хочу еще минуту взять. То есть какой-то мусор. Конкретный. Ну какой-то мусор конкретно, ну что именно? Кто отвечает? Я отвечу. Прошу вас. Итак, госпожа Повышева, 7000 предметов упаковали, да? А вот что-то еще потребовало особой тщательности при переносе студии. И что это? Особой тщательности при переносе студии потребовало воссоздание того самого бардака, который был при художнике в его оригинальной студии. Так как он экспрессионист, вот эта вот экспрессия, выраженная в беспорядке, это, наверное, одна из самых важных особенностей его студии и есть. Ну, под бардаком что вы понимаете в данном случае? Ну, беспорядок, вот то, насколько хаотично разбросаны вещи в этой студии. Понятно. Внимание, правильный ответ. Возможно, это включает в себя мусор, например, который мы вот обсуждали. Я просто не упомянула это слово. Давайте мы сначала правильный ответ послушаем. Фрэнсис Бэкон не особенно заботился о чистоте своей студии. Мы упомянули, что он был небрежен, да, не очень аккуратен. Поэтому стены и мебель толстым слоем покрывала пыль, на которой художник делал даже некоторые свои наброски. Господин Семенов пыль сказал, а никто не поймал.
При переносе студии эти своеобразные пылевые этюды удалось сохранить в целости и сохранности. Но мне кажется, господин Олейников, что все-таки пылевые этюды на пыли и мусор, сказанные после уже принятия ответа, это разные вещи. Как бы больно мне не было это говорить, что я тоже переживаю за команду Алены Повышевой. Нам больно обоим, господин ведущий. Сына Кубарди, вопросов нет? Господин ведущий, давайте, может, поиграем? Мы, конечно же, с вами поиграем, господин Кубарди, но правда уже в осенних играх. 6-3 в пользу телезрителей. Счет становится 3-6 в пользу телезрителей. Команда Алены Повышевой терпит поражение и прекращает свое участие в летних играх «Что, где, когда». Вот имена телезрителей и победителей. Сергей Синицкий из Маргони с вопросом о восхождении на гору. Евгений Дмитриев из Иваново с вопросом о шляпе. Елена Мастерова из Логойска с вопросом о чернилах. Максим Корнеевец из Жодина с вопросом о пивном заборе. Полина Игнатьева «Круг» из Витебска с вопросом о подписке на газету. И, наконец, Елена Колышко из Гродно с вопросом о пылевых этюдах из мастерской зарабатывает 6-е победное очко и 600 рублей самой себе. И, конечно же, победу команде телезрителей. А сейчас специальный приз от Amica Service. Каждый знаток команды получает вот такие дисконтные карты золотого уровня, госпожа Повышева. Пользуйтесь услугами настоящей химчистки. Господин Райхель, как вам игра? Ну, вы знаете, я все время болею за знатоков, но игра была замечательная. Она была сильная. Сожалею, что не взяли помощь зала или минуту. Могли бы помочь. Но я хотел бы еще, так сказать, такие же золотые карточки дать одной очень веселой такой живой команде Елизаветы Гришкиной, которая играла в весеннем сезоне. Так сказать, это как бы дополнительный бонус от компании Amica Service. Господин Райхель. Я слабо веселая и озорная команда. Им бы еще бы на вопросы до конца научиться отвечать. И будет все у вас, госпожа Гришкина, хорошо. Я вас поздравляю, госпожа Гришкина. Давайте определим лучший вопрос из невыигравших сегодня у знатоков. Госпожа Захаревич, ваше мнение, кто это? Господин ведущий, давайте подарим сертификат нашей телезрительнице, которая прислала видео-вопрос из Норвегии. О, госпожа Захаревич, благодаря вашему решению преподаватель Наталья Григорьева из деревни Марьялево Минской области поощряется компанией ВОКа за свой видеовопрос и получает вот такой годовой сертификат на доступ от видеосервиса ВОКа. Давайте посмотрим, какие вопросы лежали на игровом столе, но Волчок их не выбрал. Покажите нам игровой стол, пожалуйста. Вопрос из Минска от Нины Матафоновой не сыграл. Из Днепра от Игоря и Валентины Гунько, сектор Amica Service. Вопрос из Бреста от Татьяны Шепетухи. И, в общем-то, и все. Все перечисленные авторы вопроса получают компенсацию от страховой компании «Кентавр» 100 рублей. Сейчас будет определен лучший игрок команды Алены Повышевой. Господин Борода, ваше мнение, кто это? Прекрасное озарение на прекрасном вопросе. Сегодня для нас госпожа Шибут была лучшей. Вы номинируете госпожу Шибут. Господин Кубардия, ваше право согласиться или назвать кого-то другого? Господин ведущий, я думаю, очень обидно проигрывать команде, имея неиспользованную помощь клуба и минуту. К сожалению, мы все расстроены проигрышу. Нам очень понравилась игра госпожи Шибут. И думаем, что лучшим сегодня был господин Сулавка. Господин Сулавка, я вас поздравляю. Как лучший знаток лета, вы получаете карту самого высокого уровня от Белорусского народного банка. Visa Infinis, технологии бесконтактных платежей. И каким денежным бонусом, господин Акубарди? Скажите уже, признайтесь, самое время. 1000 рублей, господин. 1000 рублей. Господин ведущий! Да, господин Сулавка. Большое спасибо за этот прекрасный подарок. К огромному счастью, я уже являюсь счастливым владельцем тоже карты уровня Infinite. И это прекрасно. Карту я с удовольствием оставлю себе. Весь денежный выигрыш я хотел бы так символично передать Сергею Буяну на развитие детского интеллектуального движения в Беларуси. Господин Буян, я так понимаю, что общественное объединение Белорусской лиги интеллектуальных команд только что получило 1000 рублей. От господина Сулавка. Господин Буян, как обладатель вот этой карты Visa Infinite, офис Блик получает и вот такую, внимание, королевский подарок от королевского чая Ричард. Вот эта корзина с годовым набором чая проезжает мимо господина Сулавка и поступает в распоряжение Белорусской лиги национальных команд. Господин Буян, результаты у старшего поколения слабенькие.
пейте чай и тренируйте нам поскорее новых знатоков, пожалуйста. Госпожа Повышева, но тем не менее, как капитан команды финалисты, вы получаете уникальный подарок от королевского чая «Ричард». «Ричард Роял Грок Ти». Крепкий черный чай с пряной корицей, гвоздикой, ярким перцем чили. Алена, не знаю, можно вам или нет, но тем не менее, вдохновляющая нотка виски там тоже присутствует. Сегодня можно, господин. Пейте «Роял Грок Ти» в оригинальном стакане «Ричард». Госпожа Повышева, видите, он там есть. Добавив по желанию дольку лимона и немножечко виски. А сейчас, внимание! Шутки в сторону, господин Прохорчик, на нас с вами возложена ответственная миссия – определение обладателя «Малой хрустальной совы» летних игр белорусского телеклуба «Что, где, когда» 2020 года. Ну, господин Прохорчик, господин Белковец, я знаю, вы там советуетесь. Какие вам Конечно. Вопросы больше всех понравились? Ну, нам с Андреем Михайловичем больше всего понравился вопрос про портрет. Еще мне понравился вопрос про забор. Про забор, вы имеете в виду вот про чешские, про вот чешские питейные вот заведения? Про питейные заведения, да. Тем более там Хорошо. К дружбе все ведет. Единственное, что мне интересно, скорее всего, я думаю, что Андрею Михайловичу понравился про портрет, а вот вам про забор, господин Прохорович. Почему вы так думаете, господин? Ну, вас же двое, а вы номинировали два вопроса. Или это было совместное обсуждение? Нет, это было совместное обсуждение, просто мы градус понижали, сперва все-таки портрет, потом забор. Я понял. То есть портрет все-таки как бы сильнее, да, вам нравится? Ну, на мой взгляд, портрет Хорошо. Лучше всего. Давайте, как-то сегодня не слышал я нашего юридического советника игры практически, господин Олейников. Но номинация господина Прохорчика, понятное дело, главная, да, но мне интересно и ваши мысли послушать. Господин Олейников, как вы думаете, вам какой вопрос понравился из тех, кто победили сегодня у знатоков? Господин ведущий, ну, прекрасные уже два вопроса выбраны господином Прохорчиком и господином Белковцом. А мне понравился вопрос про этюды из пыли. Про что? Про этюды из пыли. Ага, самый последний решающий этот вопрос вы запомнили, запомнился вам. Ну, действительно, да, это был сложный, ну, но красивый вопрос. Да, мне показалось, конечно, команда... Хорошо, госпожа Повышева, а вы что скажете? А мне... Как человек, испытавший на себе все это. Вопрос про портреты, пожалуй, понравился больше. Про портрет, вы имеете в виду императора, да, да, и про газеты? Да, и про газеты. Я вас понял. Я хочу сказать, что... В нашей игре мы и среди знатоков, и среди телезрителей поощряем, стараемся, по крайней мере, это делать, людей, преданных игре и проявляющих себя на каком-то достаточно долгом периоде времени. Было бы странно, если сам главный защитник телезрителей номинирует этот вопрос как главный, мне выбирать кого-то другого. К тому же, когда мы говорим про человека, трижды участвовавшего в финалах года и присылающих нам традиционно всегда очень сильные вопросы, очень мощные вопросы. Я бы на месте телезрителей брал бы пример с ремесленницы Полины Игнатьевой Круг из Витебска. Госпожа Игнатьева Круг, именно вы признаетесь лучшим игроком летних игр белорусского телевизионного клуба «Что, где, когда» 2020 года. И главный приз игр «Малая хрустальная сова» Полина ваш. Господин Прохорчик, а что мы будем делать с вашим еще специальным призом? Мы его вручим, господин ведущий. Мы для телезрителей хотим подарить памятный приз, хрустальную книгу «Источник знаний», ну и, естественно, нашу дисконтную карту «Хрустальный кентавр», по которой она может обращаться к нам и получать максимальные скидки в течение 3 лет. В течение 3 лет для госпожи Полины Игнатьевой Круг. Спасибо, господин Прохорчик. Уважаемые телезрители, вот и закончилась трансляция летних игр. Вы знаете, наш клуб уходит на летние каникулы, в эфиры мы вернемся в сентябре. Но я хочу напомнить, что мы всегда в течение всех наших каникул с нетерпением будем ожидать ваши вопросы, чтобы задать их нашим знатокам в осенней и зимней сериях игр. А эта игра окончена. Спасибо за игру. Do I 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 do
that sweet. It don't mean a thing if it ain't got that sweet. Do up, 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 do up. It don't mean a thing. Oh,